здравствуй. Моя звать Барат. Нравится. Итак, Гамила, Sins of Solar Empire. Четырехмерная, так называемая. Что это значит? Да это тупо значит, что она в космосе, и можно вот так вот по-разному вращать, и они будут двигаться не только как бы по Земле, а и так сяк. Ну, это типа космической стратегии, просто тупо. Графика, скажу сразу, очень сильно не ахти. Вот, к примеру, планета. На ней бегают муравейчики. Не знаю, будет видно, нет. Вот муравейчики, видите, бегают. Это типа символизирует там какую-то торговлю. Даже сама планета хреново нарисована, текстура хреновая. У нее есть орбита, вот. Светится немного. Ну, вернее, не орбита, а зона. Зона ее, скажем так, притяжение или что-то такое. Есть соседние планеты, вот. Они в данный момент не захвачены. Их нужно захватывать. Так, что это херня? Нет, не двигается. Ага. Что-то она не приближается. Видимо, ее захватить надо будет. А это приближается. Вот она. Тут у нас есть какие-то астероиды, на которых можно построить добывальщики металлов. Дальше вот завод фрегатов. Вот он такой страшный-страшный, если приблизить. Очень страшный. В том же X3 Reunion, древнем 2005 года или 2006. Все в миллион раз лучше. Там, конечно, от первого, можно сказать, лица, скажем так. А это стратегия, но, на мой взгляд, можно было и покруче бы сделать все-таки. Есть вот строительные фрегаты, их дают. Они будут строить какие-то постройки. Важные всякие заводы там и так далее. Видим тоже, что они страшные-страшные. Во, какие страшные. Уровень Warcraft 3 какого-нибудь или даже хуже. Но на самом деле задумка-то игры очень интересная. И она не такая простая. Достаточно проработанная. При этом менюхи, всякий дизайн интерфейса стрёмный. Поставил побольше разрешения, все стало мелким, хреново видно. Это все как-то сляпано. Не то чтобы совсем говно, но, блин, хреновато. В общем, дизайнеры у них, конечно, отстойные, дешевые. Все тут как-то хреновенько, конечно, не выглядит круто. В левой части вот тут какое-то состояние, все в каких-то значках малопонятных. Конечно, если поиграть много, это будет... выучишь наизусть, но в целом, в общем, это все очень сильно вот так вот неинтуитивно, достаточно загруженно, перегруженно. Суть в том, чтобы, как обычно, развивать экономику. Тут есть колонии какие-то, влияние культуры, налоги. Ну и, естественно, армия. Потом надо будет с кем-то сражаться. Вот эти планеты можно захватывать. Вот. Вот так идет процесс строительства. Он спускает какие-то волны, видимо. Они летят. И заполняют сосуд снизу доверху. Если посмотреть, то видно, что, видите, заполняется как бы снизу. Как стакан водкой, ну или вином в данном случае. Космолеты между планетами летают прикольно. Вот такой вот фазовый прыжок идет. Так, он уже куда-то съебал. А, вот он летит. То есть вот он типа развивает мега скорость. И вот он к ней прилетает быстро. То есть в рамках планет он медленно летает, а так быстро. Вот типа идет адское сражение. Вот его бластерами гасят вообще по-адски. Конечно, не Звездные войны, между нами говоря. Вот это моя такая здоровая хуйня.
Типа махач такой идет адский. Ща мы ёбнем. У него экраны есть, как мы знаем, да, такая любимая штучка для всяких космических штук. Экран, который надо сбить, потом уже только идет повреждение корпуса. А экран может восстанавливаться. Ща мы вот его разъебашим. Если бы графика была, конечно, крутой, то это очень прикольная была бы игра. Можно было бы поиграть. А так, в общем-то, неинтересно, как ёбнуло, пиздец. Как известно, есть вопрос, есть ли взрывы в космосе или их нету. Ну, такая, в общем-то, не очень интересная игра в некотором роде. Идея-то неплохая, а реализация пока что хромает. Вот тут еще можно позырить, как Анатолий, атакуя, совершается, как его называется, покушение на планету. Планета бездарно пиздится. Летят ракетки, ракетки летят, летят вот в эту планетку оранжевую и на нахуй взрываются там, короче, бабах. Это типа захват планеты. Сейчас ее побомблю и захвачу, короче, в итоге ее. Зачем? Ну что там, налоги там, туда-сюда. Ну как обычно, видимо. То тут фрегатики какие-то небольшие хуярят тоже что-то. Вот у них поле сдается врагу. Вот. По планеткам, значит, можно хуярить. Это прикольно, конечно. Было бы все пиздато нарисовано, было бы еще более прикольно. А так есть, как есть.